Ассаламу алейкум. Можете выйти с машины. Ассаламу алейкум. Нарушаем, уважаемый гражданин. Под красным проехали. Не заметил, может, договоримся, да? Можно, конечно. Больше не нарушай, давай. Опа, стой, стой. Не спеши, финпол. Меченые деньги. Райс, оформляем тебя. А, финполиция, что ли? Да-да. Вот, возьмите, не нужны мне ваши деньги. Да ты уже можешь ехать. Эй, я пошутил, что меченые, ты? Деньги меченые, я пошутил, я 1 апреля сегодня, что ты на? Эй, январь 3-го. Ну, ничего, там, отгало. Давай, братан, можешь ехать, на. И как вам не стыдно? Вы же лицо президента. Взятки берете. Позор это вам. Это же не позор, братан, ты че? Это позор те, которые обнаженных фото отправляют, еще с факью, ё-моё. Это позор те, которые же рожают детей, фиг знает отец кто. Это же не позор, это же мелочь, ё-моё, братан. Эй, мозги не парь, давай садись в машину. Может, поговоримся?